можно... Не все люди успели. Конечно, презентацию... Просто закинуть туда же нам... Все свои презентации я свободно распространяю, можно будет у меня взять. Реал-тайм глобальный. Реал-тайм является глобальным. Но это как бы для мобильного устройства реал-тайм не нужна. Просто если это ставится на автомобиль... Дело в том, что это мобильная информационно-развлекательная система, она не принимает никаких решений, и поэтому реал-тайм там тоже не нужен. Если условный BMW захочет управлять клапанами своего двигателя с помощью Tizen, наверное, модуль поддержки реал-тайм будет несложно сделать. Но на данный момент Tizen не рассматривается как реал-тайм. Я думаю, скорее всего, будет просто как отдельная, не то что библиотека, как отдельное устройство, которое взаимодействует с Tizen. Никому не даст этот модуль. Ну все, тогда давайте к техническим вещам переходим. Ренат? Сейчас. Пока еще можно вопрос? Да, дальше вопрос. Ну, какую лицензию распространяется на ней? Там сложная лицензия. Там она компонентная. Некоторые части распространяются по свободным лицензиям. Есть от Samsung отдельные компоненты, которые там специальная лицензия Samsung. Местами закрыта. Она связана в основном с драйверами. То есть насколько возможно масло ставить на стопы, ноутбуки, тазинос? Возможно, когда образ будет доступен для PC, можно будет ставить масло. Так же, как и на английском, может быть, что